Електричних зарядів навколо нас повно. Питання в тому, як зробити так, аби вони давали електричний струм. Це називається направити енергію у вірне русло. Наприклад, віддати рухливу та активну дитину займатися у спортивну секцію. Доброго дня, це «Спортивний інтерес», тижнева програма про харківський спорт. Ми спілкуємося там, і Валерій Гончаров, і Саша Світличний, ми спілкуємося. Наші всі воспитанники знають, що це Рустам Шаріпов. И эта фотография, это взята из реальной жизни. На концах брусьев он делал подъем разгибом, высокий угол и потом спичак ноги вместе. Русланчик приехал, скромный парнишка. Олимпийская медаль всегда важна. Я действующий акробат в цирке Дю Солей в Лас-Вегасе, шоу «К». Сделала маленький просветик и как-то дотерпела до финиша. Ну, у меня хороший срыв, сила есть в ногах. Есть болевые на ноги, выхваты ног. Ну, тут все с ногами. Мы уже некоторые сами тренируем детей. Здесь все фамилии, которые известны в Украине. Пам'ятаєте стару рекламу телевізорів, там, де картинка оживала? Так ось я запевняю вас, що ваш телевізор не гірший, бо зараз в ньому оживе картинка, яка знаходиться у гімнастичній залі стадіону «Динамо». Харків відвідав дворазовий олімпійський чемпіон Рустам Шаріпов. Это классный его элемент. Он до сих пор, я думаю, даже в этом возрасте он сейчас его сделает так, как надо. Наши все воспитанники знают, что это Рустам Шаріпов. И эта фотография, это взята из реальной жизни. Он делал такой элемент в олимпийской комбинации, где он, собственно, заработал олимпийское золото. Фирменный элемент Рустама Шарипова – это начало его комбинации на брусьях. На концах брусьев он делал подъем разгибом, высокий угол и потом спичак ноги вместе. То есть это очень сложный элемент выполнения. Наш вид спорта очень тяжелый, вид спорта зависит от мелочей. Поэтому надо, в принципе, и в жизни прислушиваться к этим мелочам. Поэтому только я думаю, что мне помогло. Русланчик приехал, скромный парнишка. Ничем не приметный, маленький, черненький. Вот. Никто на него внимания не обращал. Одно видно было, что он, все уходят с тренировочки, он остается, выполняет домашнее задание, целенаправленный, четкий, организованный. Вот как он был, поэтому он таких результатов и достиг. В 15-летнем возрасте был приглашен тренерами из Харькова. У нас был совместный сбор в «Динамо» в Москве, вот, ну, где меня, в принципе, приметили Александр Ширяев, Егор Колесников. Они были с ребятами на сборе, и они мне сделали предложение переехать. Были на сборах в Москве, в Олимпийском, и он приехал с своим тренером из Таджикистана, и мы увидели, что парень творит чудеса без какой-то техники, но он там тройные бросается. Наш тренер поговорил с его тренером и говорит: если вы хотите, я вижу, что с ним будет толк. И вот Рустам приехал, и он с первых дней, я думаю, что он уже знал, кем он будет. И он переехал без родителей сначала, потом с родители приехали, ну, попозже. Уровень у меня, может быть, был не того уровня, как быть на сборной, но основное то, что у меня было желание, и вот это, я думаю, что мне очень сильно помогло. Здесь атмосфера на «Динамо» была какая? Сборники Советского Союза, вот, Капетов, Яковлев. Тренер у нас был замечательнейший, один в пятерку лучших тренеров, Егор Михайлович Колесников, царство ему небесное. Да, естественно, очень важна атмосфера в зале, то есть чтобы у тебя были соревнования, с кем соревноваться. Но я вам скажу, в последние мои, может быть, 3-4 года моей карьеры у меня такой возможности не было, и я тренировался здесь, в Харькове, один тренер и я. У нас было даже по 4 тренировки в день на сборах. Утренняя, вторая утренняя, дневная и вечерняя опять. Он попал в спортинтернат и
Вот в 87 году я поступил в интернат, и уже на школьном автобусе на интернатовском, мы постоянно отсюда в интернат. Те возможности, которые это ваше училище дает, это великое дело. Это, то есть вы помогаете очень многим изменить жизнь в лучшее. Карапов. When they were the Soviet team, could be 4 or 5 points ahead. And he always had this panicked, worried look on his face. Always, always worried. Trials, apparently he's having trouble with his vaulting board, did not get the lift that he wanted. Sharapov. Good old on to beat him in the 96. Потому что он как мочил рога в гимнастику, так и он добился своего. У нас был уникальный тренер Егор Михайлович. Он придумал уникальные трюки. Рустам их выполнял так, как другой человек не выполнял. Я не могу сказать, что Рустам делал то, чего не делали другие. Он брал своим трудолюбием и усердием. Дисциплина как личности, как ты проводишь день, как ты, какие задачи ты ставишь на день, на месяц, на год. Олимпийская медаль всегда важна. Даже для нас, не только для тренеров, не только для Украины, для всех. Наверное, подобное что-то я испытывал через 8 лет, когда Валерий Гончаров стал на брусьях олимпийским чемпионом. В Лас-Вегасе проходят соревнования каждый год по гимнастике. Он приезжает и пришел ко мне в гости, пригласил его, конечно. Так что было очень приятно увидеть, потому что мы столько лет вместе занимались. И сейчас он старший тренер там Охайо, а я тоже продолжаю как бы в той же профессии. Я работаю в церкви Десаля, акробат. На протяжении последних 16 лет я работаю в университете, последние 10 лет старшим тренером в штате Огайо. Я тренирую студентов от возраста 17-18 лет. Они приходят получить образование в университет. И за эти 4-5 лет, пока они получают образование, они также тренируются и выступают.
все классы платные, университеты все платное. То есть нет системы, как у нас город или область оплачивают работу тренеров. Тренировать приходится, как у нас говорят, перспективных и неперспективных в клубе, когда я работал где-то 4,5 года. База не поменялась. Уровень повысился очень сильно по сравнению то, что ребята делали в мое время, и то, что делают сейчас. Оборудование изменилось в лучшую сторону. К сожалению, поколение тоже изменилось. В связи с технологиями у детей мало заинтересованности заниматься спортом высоких достижений. Там тоже, да? Там тоже. Это, в принципе, я думаю, происходит во всем мире. Спасибо тренерам за то, что вы вкладываете душу в этих прекрасных деток. Дети, занимайтесь спортом. Чтобы каждый из вас, вставая утром, думал, что впереди Олимпийские игры. И ваша мечта сбылась. Наш вид спорта, чем он прекрасен? После проведения 3, 4, 5 лет или даже 10 лет, ты получаешь очень большой опыт. Это и гибкость, и трудолюбие, и это дисциплина. То есть после нашего вида спорта можно идти в любой спорт. Но нельзя сказать, что после другого вида спорта прийти в наш. То есть это начало всех видов спорта. Три вещи в моей жизни, так сказать, по которым я живу. Первое – это дисциплина. Второе – это верить надо в то, что ты делаешь. Третье – это семья, это окружение, где ты живешь. То есть если по этим трем принципам я живу. Но самое первое начинается – это самого себя. Очень много талантливых прошло детей. Здесь, ну, вышли с этого зала. Но где они сейчас все? То где Рустамчик, единственный олимпийский чемпион? Это был пахарь. То есть он в зале пахал больше всех. По сравнению, когда я тренировался, и весь зал выглядит намного лучше. И окна поменяли, и оборудование. Все зависит от того, где у тебя сердце. Я видел людей, которые выходили из залов, которые очень в нехорошей форме, у которых тренера даже по специальности, может быть, не были такого высокого. Но я видел желание детей стать лучше. Я думаю, что это все равно зависит от самого себя. Щоб перемогти, треба було потерпіти трішечки більше, ніж суперник. Відбиралося всього лише 8 людей, а стартувало там більше 10. Тобто треба було постаратись, щоб
попасти в заїзд. Можна сказати, що ілімінатор такий, що кисниця – це твоя більша робота, так? Ну, взагалі колись було так. Ну, зараз я вертаюсь до ілімінатора більше. Не совсем так хорошо тренировалась, то я, если честно, не ожидала, что я так выступлю хорошо. Но главное было в элиминаторе выбрать правильную тактику езды по всей дистанции. В элиминаторе трасса была более такая шоссейная. И после двух дней соревнований было очень тяжело сегодня всем соперницам ехать. Ну, так получилось, сложилось, что вошла первая в поворот и сделала маленький просветик и как-то дотерпела до финиша. Да, иллюминатор – это больше мой любимый вид, я более к нему приспособлен. Ну, у меня хороший срыв, сила есть в ногах, хорошо срываюсь с поворотов. Первый заезд проехал так, спокойненько, оставил все силы на финал, потому что в финале были сильные соперники. Сразу со старта занял первую позицию и до конца удержал. Был момент, последний подъем, торчок, ну не торчок, тягунок, он был довольно тяжелый, там все остальное было. Вот это вот, может, и есть в этом большой плюс. Потому что те, кто сейчас находится за границей, имеют колоссальную подготовку. Да, и сейчас бы, если бы они здесь выступали, естественно, вот вторым номерам или люди, которые не имели такой базовой подготовки, как состав сборной команды страны, там некоторые школы высшего спортивного мастерства, естественно, они бы выглядели намного бледнее на фоне вот этих именитых наших спортсменов. Конечно, по дзюдо это олимпийский вид спорта и больше дзюдо. Есть болевые на ноги, выхваты ног. Ну, тут все с ногами у нас выше туловища, взрослые уже.
боролся по дзюдо тоже с ногами, и в данный момент мне не тяжело перестроиться. Карантин был, долго времени не было соревнований, я решил пробороться. Я особо не должен был выступать на этих соревнованиях, я для себя. Поступил в институт МСЗУ, Национальный университет цивильного защиты Украины. А там войны не было, пришлось перейти на самбо, аккордеон, грэппинг. Нужно привыкнуть к захватам, потому что у меня он вечно пальцы будут стертые. Потому что войны захватов особо по сути нету, там ну, на движениях все построено. А там крепкие захваты и на подворотах. Базовые приемы, потому что они везде почти одни и те же. Нужно подучить, правда, болевые на ноги, на руки. И то, что проходы ноги есть. То, что с ногами работа, это хорошо. Наверное, у нас чуть больше опыта, хотя есть пару девочек опытных у Харькова, но команда мне очень понравилась. Достойный соперник и молодые девчонки, которые упираются, не дают себя там обыграть, как бы борются. Хорошие девочки. Нам было не так сильно прямо легко их обойти. Прежде чем наши девочки хотели что-то сделать, наш соперник, опытный соперник, уже знали, куда пойдет мяч и что мы планируем. Мы играли очень медленно, мы играли не хитро. Все фамилии, которые известны в Украине, это игроки суперлиги. Они играют в свое удовольствие, они получают кайф от баскетбола. Вот. И на их игру нужно равняться, учиться у них. В таких командах опытных, как правило, собственно, игрокам-то тренер не нужен особо. У вас как с этим? Нет, нам тренер нужен. Как бы нам легче в этом плане. То есть мы можем подсказывать друг дружке на площадке и видеть со стороны. То есть мы уже некоторые сами тренируем детей. Вот, поэтому у нас такие дружеские отношения с тренером. И как бы можем подсказывать как он нам, так и мы ему. Коли людина займається улюбленою справою, то вона буквально палає нею, випромінює енергію і, як наслідок, досягає високих результатів. Щиро радий бачити кожного з вас. Вподобайте, підписуйтесь та коментуйте. Шануємося!